6 недель назад Тёрнер был убит, а я получил повышение. Рождество. Мы стоим в Бельгии, в Арденском лесу. Холод такой, что моча сосульками стынет. Нас ждет адская бойня. Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит. Нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Давай. Дай только повод. Да, я так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рейна. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага, спер у одного резервиста, замерзшего до смерти. Если бы Пирсон не жадничал со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно. Хозяину они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, морожу тут задницу с вами, придурками. Вот черт, Пирсон тут. Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Вода ящик с патронами отнесешь им. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цельтесь получше, черт вас дери. Принес патроны, ребят. Ты погляди, настоящий старик Санта. Бросай под дерево. Что принес? Шоколад, сухие носки. Черт, Крауты на холме, впереди. Заело. Дэниел, скрой. Палатку.
Капрал, для вас есть кое-что. Это Говор. Приятно с вами познакомиться. Простите, не ожидал. Что, придется работать с таким инженером? Говард был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умираю. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Дэниелс только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь дать не стоит. У летчиков дел по горло. Осталось лишь проводить этих ребят до рейда. Да, если правда, не все мосты взорвали. Вроде бы все. Ты там как? Живой. Усыпляют бдительность перед атакой. Нам надо найти Бирсона. Сюда. Их танки на подходе, они отрежут нас! На старом кафе есть радио! Вы прикройте огнем, а я его починю! Этот кафе близко к врагу! Эй, ты теперь капрал! Вот веди себя как капрал! Вы думаете, что мы пойдем туда с ним? Ты же из Квинса! Что с тебя взять? А хоть бы и ты! Эй! Я же не боевый! Погоны отдал, чтоб быть здесь! Теперь шевелись, живо! Иди давай! Этот мир сошел с ума! Я тебе сейчас в нос как дам! Эй, сделай это! Говард умрет, нам всем конец! Достал! Она да, прострелена! Уже время! Нельзя их сюда подпускать! Легко сказать! Внимание на пушку! Немцы идут через поле! Прикройте! Мы здесь! Мы здесь! Мы окружены! Мне нужно больше времени! Запрашиваю авиаподдержку. Прием! Разгонял Дэгвуд Уайт 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Вас понял, штаб. Проводим бомбардировщик. Полная смена курса. Мы в 3 минутах от цели. Разберемся с тяжелой техникой. Против нас ведут зенитный огонь. Маневрируем, чтобы избежать зенитного огня. Полная смена курса. Мы в
Против нас ведут зенитный огонь. Мы не времени, чтобы избежать зенитного огня. Побили! Откат всех систем! Помогите! 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 Левый штурвал заклинило! Теряем высоту! Мы падаем! Повторяю, мы падаем! Нас подбили! Откат всех систем! 10 миль до цели! Thank you.
подбили! Нас подбили! Стреляй по краутам, а не по нам! Попадание из синицы! Левый двигатель вышел из строя! Пехоты и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием! Протяга Джо! Это Blackwood Point 5! Нас теснят! Где чертова авиаподдержка? Ждите, Blackwood Point 5! Авиация в 50 милях от вас! Прием! Уходим отсюда! Скорее! Уходим в крылья вороны! Солдат! Марш! Авиаподдержка летит! Здесь есть аптечка.
Тогда и нас накроет! Слишком близко! Уже Пирсон слетел с катушек. Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль. Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Дэниелс, веди Краут откуда следует. Да, сэр. И давай пошел. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Касселином. Теперь мы сами за себя. Как Пирсон не старался нас угробить, мы все-таки отстояли колонну. Наступление противника остановлено. Тёрнер гордился бы нами.